Для меня это новая возможность. Рост. Целеустремленность, рост, движение. Ответственность, действие, целеустремленность. Основной курс для меня – это безграничная любовь, возможности и радость жизни полным сердцем. Основной курс – это была такая лесенка к успеху, наверное, внутреннему созерцанию, изменению мироощущения. Очень хочется верить, что это для меня начало большого интересного пути. Это было вроде бы очевидная вещь, но я впервые на них посмотрел по-новому. Это умение разобраться в себе, со своими отношениями к близким и посмотреть на свои поступки с другой стороны. Для меня это прорыв эмоций, понимание того, что я, в принципе, всегда знала, но здесь я понимаешь до конца. Основной курс для меня – продвижение вперед, найти работу и больше не опаздывать. Курс для меня получился диким прорывом, принятием себя, активного какого-то, все вдруг захотелось. Жить, радоваться, любить. Это возможность наладить отношения с близкими мне людьми, возможность наконец-то достичь своих целей, к чему я буду стремиться, и я обязуюсь это сделать. Для меня основной курс – это новый рывок, новые возможности, это моя новая жизнь. Основной курс – это прогресс. Прогресс, развитие, будущее. Безграничное будущее. Будущее в моих руках. Основной курс для меня дал много возможностей, открыл двери, окна, открыл безграничные горизонты. Основной курс, он даже не двери, он какие-то врата распахнул. Сегодняшний день прошел настолько волшебно, и я понимаю, что это будут такие каждые дни теперь. Это просто супер. Для меня основной курс дал уверенность в себе, то, что бы никогда не было. Я установил взаимоотношения более гармоничные в семье, потому что шел в основном только из-за них. Сейчас с женой, кажется, любовь так долго. Ну и курс для меня открыл мне новые возможности и, скажем так, взгляды на мои ситуации, какие я смотрела раньше под немного негативным углом, особенно на отношения с родителями, близкими и какие-то неприятные воспоминания из детства. Оказалось, все мне было намного красочнее, чем я ожидала. Но все-таки это начало нового пути. Это первые, еще, может быть, не очень уверенные шаги, но я думаю, в следующих курсах я разобьюсь, научусь ходить по этой дороге, которая называется жизнь. Скажу своими словами, взрыв мозга. Вся жизнь перевернулась, все чисто, все светло, супер. Сегодня все меня не узнавали. Я приехала с отпуска, все решили, что я только из-за этого такая. Чудо произошло. Предложили очень выгодную работу. Основной курс – это сплошные открытия. Открытия о себе, об окружающем мире, об окружающих тебя людях. Просто супер. О, это такой хороший рост. Рост. Это познать себя, увидеть что-то новое, к чему стремиться можно и нужно. Увидеть хороших людей. Ступенька, которая... Ступенька наверх. И в будущее мое, которое я уже сам делаю, сам выбираю, и я за штурвалом своего корабля. Это открытие, это новые впечатления, новые знакомства, желание продолжать двигаться, открывать, познавать. Это потрясающе! Основной курс для меня, наверное, самый большой праздник за последние 3 года жизни. Я проходил много тренингов. В данный момент считаю тренинг в этой организации самым лучшим, самым сильным, самым добрым и самым действующим из того, что я проходил. Это правда. И уверенность в себе. Ну, на самом деле много вещей. Просто я не могу это рассказать все. Основной курс – это просто какая-то сказка, не знаю, всплеск эмоций. От и до, как бы, которые сделаны живыми, а здесь мы вспомнили, как жить, как плакать, как радоваться, как любить, как обрести себя саму. Ну и мы это расскажем другим людям.
что чудо ждать нелепо. В сердце будет жить мечта пока. Облака.